Живые легенды футбола Кабардино-Балкарии. Новый турнир с таким названием появился в спортивном календаре республики. Его решили посвящать ныне здравствующим ветеранам спорта. Идея принадлежит профильному министерству и Федерации футбола КБР. Первые соревнования прошли в Баксане. Их организовали в честь заслуженного работника физкультуры и спорта России, мастера спорта Анатолия Тутова, и приурочили к его 60-летию. 8 команд из Нальчика, Тырнауза, Нарткалы, Баксаненка и Вольного аула вели спор за обладание главным призом. На поле вышли известные в прошлом мастера кожаного мяча Асланбек Ханцев, Владимир Гуртуев, Анзор Даурбеков, Аслан Гаплачев, Александр Чехрадзе. Победив в финале команду Баксаненок в серии пенальти, кубок «Живые легенды футбола» завоевал «Эталон» из Баксана. Я хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие. Турнир, по-моему, проходил на достаточно хорошо организованном уровне. Это такой первый турнир ветеранский. Лично я сделал этот турнир, чтобы сблизить всех людей, чтобы ветераны футбола больше знали друг друга. Я популяризацию всего футбола Кабардино-Балкарии. Федерация футбола планирует провести в этом году еще два подобных турнира в честь спортивных знаменитостей.